За 9 месяцев этого года компании Тверской области предоставили 110 поручительств на сумму 611 миллионов рублей. Помогает бизнесу региональный фонд содействия предпринимательству. На предприятии, где воспользовались меры поддержки, побывала наш корреспондент. Упаковку для многих российских брендов производят в Тверской типографии «Люксупак». Ежедневно здесь выпускают около миллиона упаковок для различных отраслей. Картон для будущего изделия поступает в рулонах. Его нарезают на листы нужного формата. Красят разрезанный картон большие лазерные принтеры. Наше производство имеет сложную организационную структуру, большое количество компонентов, большое количество материалов. Сейчас, как правило, упаковка печатается с большим количеством спецкрасок, которые выбираются по всем известной системе Pantone, и к отделке упаковки добавляется большое-большое количество вариаций. На предприятии выпускают упаковку самой разной формы. Цехи плотерной резки придумывают новые конструкции из картона. Как рассказывает руководитель компании, они неоднократно обращались за денежными займами в фонд содействия предпринимательству. Последний раз все полученные средства направили на развитие производства, закупку оборудования и запуск технологий. Я не устаю говорить о том, что кредитование, особенно кредитование по льготным ставкам малого и среднего бизнеса, это как воздух, который жизненно необходим. И благодаря этому нам получается наращивать объемы производства, у нас получается развиваться, становиться более наукоемким, высокотехнологическим производством. Как рассказал генеральный директор фонда содействия предпринимательству Ян Солюков, бывают ситуации, когда у предпринимателей нет возможности внести залог по кредиту в нужном размере. В такой ситуации помогает фонд. Он обеспечивает обязательства перед финансовой организацией. Заемщик обращается в кредитную организацию с заявкой на получение кредита. При первичной консультации он указывает на то, что у него недостаточно залогового обеспечения для привлечения той суммы кредита, которая ему необходима. Кредитная организация предлагает ему воспользоваться поручительством фондом, тем самым заменить ликвидный залог поручительством региональной гарантийной организации. В этом году фонд предоставил 110 поручительств на общую сумму более 611 миллионов рублей. Общая сумма привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства средств достигла более 1,8 миллиарда рублей. Наша главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Чем больше успешных предпринимателей, тем крепче экономика нашего региона. Чаще всего поручительствами пользуются предприниматели из Твери, Ржевского, Конаковского и Кимрского округов. Наиболее популярные сферы – производственная, торговля и строительство.